Так, это мой отец Ярослав Алексей Антонович, старший сержант. 22-го года рождения. С первого дня войны воевал, по 44-й. По Варшаве его конфузило. После конфузии он полтора года лежал в госпитале. Скончался в 96-м году. Да, много ранений, 12 ранений. Участник обороны Москвы с начала войны и под Москву оборонял по 43-й год. И ходил в рейды партизаны, ну, как отдельные лыжные десантные батальоны. Вот. Ну что еще сказать? Помним, чтим. Да.